Кошмар. Ребята, всем привет! Сегодня у нас вторая часть. Челлендж. Очень классно, ребятам понравился, и мы решили снять вторую часть. Да. И что у нас, Лика, за челлендж, расскажи. Такой же. Мы... Сейчас я расскажу, что за такое же. У нас есть такой попит, и у нас есть, шарик. Девчонки кидают по очереди шарик. Можно просто так его оставить. Кидаем, несмотря попит. И считаем 1, 2, 3, 4. Короче, где у нас оказывается шарик, вот здесь он у меня оказался. И я составила список продуктов. Под каждым номером свой продукт. И девчонки будут сегодня кушать то, что выберет. Попыт. Погнали, кто первый? Я просто выберу то, что вкусное. Я первая, Ребята, не забывайте подписываться на наш канал. Миланка кинула. И считаем. 2, 3. Не, 3, вот это. 3, 4, 5. Девчонки 7, не знают 8, совершенно 10, список, 11, 12, который я составила. 12. Итак, Милана, под номером 12 у нас, я тебя поздравляю, это свежий лучочек. И Милана должна его подоткнуть. Смотрите, какой он сочный. Милан. Я уже, ребят, вы помните, я целую горчицу съела, целую ложку. Ну, она была не целая. А я лимон ела. Давай, Милана, нормально. Держи. Приятного тебе аппетита. Давай, Милана, ты знаешь, а лук полезный. Да. Ой, какой хруст. Только в челлендже Милана может показать вот такую свою смелость, храбрость. А потом камера выключится, такая... Ой, ой. Пока она, в общем-то, бегает, давайте выбирайте лук. Не, ты уверена? У нас остаются повторюшки. Все. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два. Ничего себе ты закинула. 24. Итак, Лика, под номером 24 у нас авокадо! Конечно. Кушаем. Ребята, пишите в комментариях, кто любит авокадо. Лик, я тебе его уже порезала. Посмотрите, ребята, какой аппетитный авокадо. Аппетитный. Лик, давай. Лик, надо тебе сказать, что хотя бы лучше, чем лук. Это точно. Ой. Давайте посмотрим. Конечно, лук полезен. Антибактериальный продукт. Вообще, я его ела просто. Ну что, Лик? Ты чё, это авокадо? Ну, она вкусная с чем-то солененьким. Ну да, я, Лика, согласна. Да. Ну что, челлендж? Всё, челлендж. Так, я. Давай, Миланка, твоя очередь. Кидаем, оп, и считаем. Оп, так, сюда. Раз, два. Неужели опять три, лук четыре, будет? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Неужели авокадо? Итак, Милана, под номером 21. Вода? Да, Милана, это вода. Ну, я люблю воду, давай. Ты должна ее выпить. Хорошо. Смотрите, ребята, всю? Какая она целиком? Чистенькая, прозрачненькая. Целиком сразу? Ну, если ты храбрая, выпей всю целиком прям сразу, или хотя бы полкружечки. Девчонки, ну пока что-то у вас не очень, если честно. О, ничего так, молодец, Милана, молодец. Еще не запила. Давайте кружку. Итак, сейчас Ликина. Ай, лук, блин. Оп. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь. Под номером 7. Блин! Вот такая вот, смотрите, водичка. Это напиток с витаминами. Я помело считаю... клубника. Я ребята, считаю, это, кстати, какая-то новиночка. Я пила, главное, лук. А почему? Пила лук и ела воду. Нормально. Я ела лук, еще и пила обычную воду. А ей? А у Лики новиночка. Лики, надеюсь, вкусненько. Можно попробовать?
попробовать. Мила, ну может тебе попадется под этим номером 7. А это не попадется. А тут написано вкус клубника, а тут же... Помело и клубника. Лик, ну как чем-то вообще? Мила, она не сдержалась. Только кислоту какую-то. Да? Ой, порошок как будто бы. Ну, знаешь, это то, что вот типа Юпи, да. Да, тут разбавляли. Короче, типа, не вот, очень, да? Это, знаете, конфетка, и там туда порошок. Давай, Милана. Ну, что ты там крутишь, перкаешь? Давай. Оп, раз, читаем. Два, три, четыре, пять, шесть. Под номером 6 кукуруза. Лови. Оп. Мам, какая ты свежая кукуруза. Покажи, Милана. Семечки кукурузы? Это попкорн делать. Я так думаю. Или нет? Открывайте. Или тут так есть? Это, покажите нам вообще, что написано. Кукуруза, ребята, смотрите, это кукуруза. Это, кстати, очень вкусно. А мне интересно, Алик, высыпь сюда, вот рядом с луком. С этим луком. Просто есть? Просто есть, ребят. Это, ну, кстати, очень-очень вкусно. Арахис. Глазум, это мое. Ну да, попкорн, который не взорвался. Ну а? Это же вкусно. Мое. Я буду вкуснее. Ну давай, кидай, Алика. Вкусно, правда. И считаем. Милана подкрутила такая, чик-чик. Раз, два, три. Ну, Милана не может подкрутить, там невозможно угадать. 11, 12. Под номером 12 у нас лук. И он как раз возле Миланы. И он как раз таки возле Миланы. Приятного тебе, Лика, аппетита. А, нет, тут большой. Ну что, Лика, давай. Милана, хрусь. Ой. Что? Сиди. Вкусно? Угу. Супер, видите, понравился. У тебя водичка есть, можно... Кстати, да. А, тебе не попалось? В смысле не попалось? Еще можно, да? Ну что, Милан, ты знаешь, да, что делать? Твоя очередь. Сразу после лука, да? Вот по сравнению с чем-то, да? Вот в сравнении с чем-то сразу вдруг вкусно. Давай, Мила, кидай. Оп! Да, давай, давай. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Номером 6, Милана, у тебя кукуруза. Так и остается. В общем, сиди, жу свою кукурузу. Сейчас я крутанусь, а как? Давай, Лика. Лук. Оп! Все. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть. Ничего себе, Лика, под номером 26. У нас вот такие вот помидорчики. Маринованные. Так. Мила, а ты кушаешь кукурузу? Вот нет, Милана, если тебе попадется под номером 26. Почему? Ты тоже любишь, да, такие помидорчики? Давай, Лика, кушай. Ты можешь съесть прям все. Угу. Давай, Миланка. Кидаем, кидаем, Мила. Оп! Кукуруза. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 12, 12. Милана, это лук. У тебя тарелка, в общем, Милан, стоит как раз кукуруза и лук. Это Милана на тарелка на сегодняшний челлендж. Лук и кукуруза меняется. Лук и кукуруза. Так, все. Ой-ой-ой. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. А под номером 14? Нет. Нет. У нас вот такая вкуснятина. Ой, знаете, что я могу сказать? В общем, я выиграла. Держи, Лика, лови. Оп. Это однозначно. Я победила. Ребята, кстати, пишите, чьи продукты у нас сегодня круче, у Лики или у Миланы. Лика кушает свои любимые читосы, кстати, с кетчупом, это очень вкусно, да? Вот
Ну ладно, да, скажи, заедай свой лук. Не, ну кукуруза, Милан, у тебя вкусная на самом деле. Ну что, ребята, на этом наша вторая часть подходит к концу. Наш челлендж подходит к концу. Пишите в комментариях, хотите ли вы третью часть. И кто все-таки выиграл? Да. И всем пока-пока! Я на самом деле очень хочу третью часть. Всем пока-пока!